Всем привет! Сегодня Благовещение, 7 апреля. И первый коп в этом году. За монетами я не поехал. Недалеко от дома железнодорожная станция. Развязочка, станция ВОН. И на костыли наткнулся. 4 штуки я уже в машину отнес. Здесь 5. Они прям кучка лежат. Так что поковыряюсь здесь. Вот еще один красавчик. Посмотрим, что накопаю. Что, копаю я потихоньку. Попадается ветер сильный. Одни костыли. Часа два копаюсь. По металлу сезон открыл. Хотя, грубо говоря, по помойкам не закрывался. Поезда едут, электрички. Из Калуги. Мы копаем. Здесь захлеб. Здесь повалякался, как поросенок. Вот что я накопал. Костыли, и я так понимаю, столбы стояли электрические. Вон еще стоят. Вон он. А тут поджигают каждый год. Вот остатки остались. И, видимо, падают. И, ну, вон он лежит. И болты от столбов. То есть костыли и болты. Болт от столба, костыль. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, ведро нашел гнилое, брать не буду. Тонкий металл, жесть. Полная земли выдалбливать. Оттуда проволоку срезал. В машине еще лежит полмешка уже костылей. Ну, вот этого добра. В общем, покопаюсь, потом вообще результат покажу. Вот она, Калуга наша. Москва-Киевская станция. Ладно, еще покопаемся. Не знаю, время часа три уже. Посмотрим, что получится. Ну да, вот от столба горелая. Положу в машину, топором раскалю. Железки, металл, дерево в топку. Это там лежит, я так еще не собирал. В общем, килограмм 10-15 костылей. Так что еще покопаемся. Бензорез, лопатка новая, кувалда и там еще ломик у меня. Все положено, набор. Набор копателя. Заметьте, не черного. Так, ну что, время 3:30. Буду заканчивать. Вот я еще кучку здесь вот взлохматил. Помоечку. И вот столько костыликов. Плюс подкладочка одна. Сейчас соберусь, доеду до гаража. Покажу тогда, сколько всего. Клеща одного я встретил. Значит, они у нас еще особо не проснулись. То они обычно на кончиках сидят. Сидит он? Нет, не сидит. Ну и не надо. Вот я приехал в гараж. Зараза, хорошее дерево. Потому что пополам я их сломал. Один болт вытащил. Сейчас еще это раскалю. Покажу, сколько всего за сегодня накопал. Итак, подводим итог. Это я копать поехал. На свалке подобрал нераспотрошенный пылесос. Уже плюс медяха будет. Плюс провод на какой-нибудь удлинитель. Это что сегодня я. Проволоки с копа.
две скрутки со столбов, ну, алюминия чуть-чуть, совсем три банки, и вот такая кучка железа. Это пальцы и со столбов болты. Вот я их расколол топором 10 минут и вытащил, он остались только дырки от них. Ну, кучка маленькая, металл тяжелый, плотный. Я вот тащил, высыпал, ну, я вам смело скажу, тут больше 50 килограмм. В принципе, на мелководье или на безрыбье и рак рыба, поэтому я доволен. Вот она подкладочка. Металл у нас по 25 в Дечино. То есть даже 50 килограмм на 25. Грубо говоря, что получается, 1000. Нет, вру. В общем, что-то я устал. И вот у меня мешок вчера я набил. Ну, тут килограмм 40, наверное. Сейчас разберу еще вот эти две гордины. И, наверное, поеду домой. Время уже 4:30. Я с утра как уехал. Вот, гараж пустой. Все за зиму практически разобрали. Я говорю, остались. Кто вот занимается платами. Вот у меня столько плат. Вообще их еще не разбирал. Только складирую. Вон они, мешки стоят. Тут мешков. И под тазом мешок. Ну, не знаю, 7 мешков, наверное. Все неразобранные платы. Вот. Это уже, наверное, на следующую зиму. Точно вот не в этом году. И вот столько меди в проводах, которые надо обжигать. Тоже мешков 5, наверное, 7. Ну, все, пока. На этом закончим наш коп сегодняшний. Подсвечник такой антуражный. Нашел я. Почистить, покрасить его. Так что так. Сезон будем считать, что открыт. Всем удачи. Хотя снег у нас вон сколько еще лежит тут. И вроде вот не в тенечке, на солнце, но ветер сегодня холодный. Так. Ладно, все. Всем удачи, пока.